А, рандома. Вратарь, центральный защитник и левый мяч. Так что, Стас, готов. Через одного, да, они стоят, получается? Да, через одного. Все, закрывай их. А можешь не закрывать, подслушивать их. Алло, у меня не фонит, пацаны. Что тебе? Да не, я просто включал звук, а то у меня телек громко работал. Я спрашивал, что ты переростка там робота делал? А, тогда, да я бы не думал это, за голову попробовать, залить голову, чтобы там что-то открыть. А то у меня голова, ни одного гола не было. Город как навешивали, часто я подумал, что за голову, ну, сделаю все, вот такое зайду. Ну, это все, одна возможность была. Так, ну что, побежали все? Нормально? Так, давайте, это у нас опорник, я там выходит. Что, все, готовы, погнали. Да. А сталка, да? Да. Ничего, ливают. Да, это похудел, да. Вон там не лежат. Не скажи им, что эти плеча тормозишь. Сейчас я... Посмотрю, что он мне напишет, что я на самом деле говорю. Джойстик не работает одного. Блин, мозг у одного не работает. Нефиг мышкой вставать просто. Ой-ой-ой, да-да, я что-то думал, что я в составе. Сижу так, беззаботно, ногами болтаю. Чё, какой у них настрой? Суперский. Суперский? Но у них две ничьи. Ну, да. Если мы сыграем, как последний с этими скрулами сыграли с поляками, то выиграем. Я сейчас, да, сейчас вперед не бежать самое главное, сейчас с этими лучками. Внимательно, у них, смотри, у них левого защи нет. Не, ну в последней игре, блин, у меня игра пошла, у меня, блин, все пасы проходили, блин, удар проходили. Только так раз 40 их получается, блин. Хорошо. Принял. Полетело мимо ворот. Следующее. Что закрывает? Отлично. Опять полетело. Бегали, я чуть-чуть. Готов. Все нормально, да? Погнали. Да, вообще все чики-пуки. Все бегают, все двигаются, все шевелятся. Ой-ой-ой. Так, чуть назад. Не, ну как он меня? Я же с ним был, а. Пожалуй. Много. Центр. Все, в центр. Вы что-то это... Ой, зачем? Берем. Да я ему и даю. Не успел. Я в Казани. Там Казань сам рано сыграл. Защитник, молодец. Блин, ну куда ты так суешь? Забивать надо! Наш. Главное аккуратно. Все, все. Давай. Центр. Вот сразу. Ой. Нет, сзади сбили, короче. Отец, блин, шахмат ни хрена не дали. Ты не понял, карточку дали, а что такое? Надо было назад посмотреть, обязательно. Штрафмен. Так, ну, вроде играть дают. Да. Хорошо, хорошо. Попробуй сам, рандом против. Все, бей, бей. Давай. Ай.
Не спеши, не спеши. Да что? 300 раз. Наверное. Не спешил, увидел, что свободен и дал бас. Ладно, ладно, нормально. Ладно, все. Нормально, собрали. Еще раз. Забудешь лайк, оставляться на усы. Кто? Сурдина. А. Не брось. Точно, ты хотел лайк поставить здесь? Ох ты, блин. Да. Да? Да. Серьезно? Да. Много нас, много. Там просто тыкаешь по экрану, все. Остановлюсь. Ой, ну, в гуще зря ты, Степ. Да, он надвигал. Слышал? Сейчас, 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 подожди, Саш. А кто там, ты человек? Назад отдай. Ну-ка. Есть, хорош. Молодцы. Добили. Лыжники. Я Вадим, беги, беги, Дим. Успеешь. Грузи. О, давай, ну блин. В ноги прям давал. Что ты? А там видно. Попробовать, наверное, чуть-чуть повозить, да, в штрафной? Да, просто. Да, эх. Все как-то наверняка хочется, чтобы... А, нет, не судя на другой. Все, на дальнюю, если сможешь, сильно. Принимай. Принимай. Зачем? Я при этом, блядь, замахом хотел. Каким ложным замахом? Сейчас было... Я себе ложный замах. Да, четко было. Таким, с такой дугой. Ага. Перехват мяча, и можно начинать атаку. Хорошо. Да ты чё, ну... Сыр, сыр, второй. Хорошо. Стенка. Продолжай. Куда? Куда я? Он не стал готов. А это сами не сами? У него что-то пишет технические проблемы со скалом. Я ему написал, что к среде желательно. Смотрите, шире, шире. Сейчас. Жопой, жопой, жопой. Да, я думал, Вера-то обработает, по-моему. О, Вова, смотри, смотри. Я тебе на ход дай. Нет, ты чё, опять тоже жопой. Сейчас, сейчас, сейчас. А я сыка, сыка, сыка. Я не побёг, у меня сел уже мало. А она обрезается. Я 506 лайк поставил. Блин, сорян, пацаны. Зачем, Дим? Вы чё вообще? Через Санина он был. Да, да, да. Затупил. Эти вверх. Ой, хорошо, что не отбил он. Вниз. О, смотри. Дальше. А, я. Блин. Саша? Давайте, давайте. Поборолся. Так, Вен. На место, на дальнюю. А, нет. Сам, сам делай, короче. Сука. Чуть на степень дальше, все. Не мешайте. Ну вы чё там? Дим, помоги. Блин, походил так. Не обязательно. Не, ну я так, что куда-то вперед лучше, чем назад будет. О! Давай! Шкода. Ах, сука. Зацепился. А назад отда... Нет. Хорошо. Ах. Ох, Дим, торопишься много. Это один раз от дверного. А, нет, отшибается. На самом деле, Рубль только того, что из оборота выбили копейку, а она его берегла. Помнишь?
Чё? Кто там бежал? Я уж там, блин. Давай, вперёд. Не дать теперь. Что, просите? Ага. Догонишься? Нет. Молодец, молодец. Хорошо. Я вниз пошел, кто-нибудь там. Опорники, смотрите, по диагонали прошу. По диагонали, сказал. Санек сюда приходит, блин. Все время. Да, ты страхуй. Ему сказать даже не скажешь. Я же сказал, в танке надо играть. Видишь, у них в центре, да, в центре все. По флангам, да, не блоком одно рассказать. Один раз пройти, да, навесить. Либо навесить, либо вот как пытались, как я пытался дойти до прострела. Класс, диагонали. Штрафной вообще ничего не делает, так что вы пытаетесь там что-то. Да не о чем, охранить надо. Во дворе слабо. Главное, сами не расслаблять, убивать больше. Не зависеть в конце от этого. Команда уже на поле, и второй тайм начался. Отличная игра в пас, все точно и по делу. Я справа. Тихо-тихо. Через вынос. Молодец. Чего? Что это за... Через вынос. Не спеши. Помогает. Так, сейчас я пойду туда, но... Ой-ой-ой! Ах ты, что? Упал. Блин, ну... Держите линию. Чтоб для тебя это вообще святая линия. Не дай прессингуйте или чё? Через вынос. Я что-то просто упустили. Хорошо, возьми. Я остановлюсь. А я тебе помогаю. Да блин, как так-то? Попас хороший дал, да? Ну зачем? Сука. Блять, не кидаться. Ох, пиздец какой-то, блядь. Да, обычно если не забиваешь, то забивает. Пропускай, да. Он высокого. Да потом, блин, напорником вообще не надо вперед идти, вообще. Дальше... Дальше центральной линии. Дайте. Потому что очень опасно. Чуть вниз. Не надо. Примешь. Ну и я внизу тоже, вижу, блин, с Саньком. Да напали на меня. Блин. Ай, блядь. Да я набегался уже, так что, пацаны, я сильно не люблю сейчас. Просто в пасеках. Ну там надо в пасеках, мы ждем пасеков. Через зад надо, с неравенными. Куда он дает? Вверх, вверх. Блядь, я не добегу. Вот. О, жесть. Пожалуйста. Убежал, Санек со мной зачем бежал туда и потерял позицию. Сука, пазлик страшный это. Блять. Санек, не продави. Страшно это. Ламги. Ну что, я на вынос ставил один, так что. Я мелкий, я не попал. Ставьтесь.
Вверх. Еще вверх. А, как? Ну вот так. Почти подошли к воротам, но защитник на чеку перехватил он эту передачу. Блять, эти валы. Слушай, сейчас привезем, наверное. Да надо было забивать 300 раз. Слово. Вот, привези, вратарь. Нихуя себе. Блин, рук встал. Рук нил. Хватит на него. Аккуратно. Все, лучше... Да. Да, хорошо. Ладно. Ох, мать мне. 30 минут. Отдай. Долго. Долго. Он выиграет сейчас. Эдик, в центре стой, Эдик. В центре, Эдик. Блять. Блять, ну... Везде сломали меня нахуй. Штрафной мяч, тебе сломали, не обсадишься, не буду. Да нахрен, да? Могли второй забить, нахрен, сейчас, блин, так сбиваем все, блин. Помогли не то. Это они забили просто, ну, наверное. Аккуратненько. Ну куда? Хана. Хорошо, все нормально. Красная, наверное. Не, ну, не, желтый, да. Да, красный. Только не, это не лучше не становиться, вообще на штангу встанет, пацаны, как он вообще на штангу переместится там. Кто будет Стас вставать? Стенка подвигается, чтобы вратарь по центру стоял, слышишь? Так обычно не залетать, а стенка по центру, ну, вратарь по центру стоит. Угол, смотри, угол. Сильно открыл. Блокирует он удар соперника. Самоотверженно. Это очень важный момент. Возможно, больше такого шанса не будет. Значит, впереди стану у него. Вот так. Навешивать будет. Голкипер отбивает мяч, куда подать. Ох, пацаны. Хорошо. Время. Я пойду время. Подержи, подержи, да. Нет, время тянуть не надо. Но... Ну так, да, аккуратно. Маз... А я ушел. Останьтесь, блядь, что так много. Ой, пенка! Не-не-не, страшно, по-моему. Капец, вообще там... Шел на пенку. Эдик, что, назад. Разыграем или как? Эдик. Может, разыграем? Это загадка, честно. А, ну да. Я вот один смотри, я встал. А, блин, это знает. Вообще загадка. Разыграть? Смотри сами, если что это. Если он выиграет, у меня рандом. Он на меня сейчас будет подавать. На тебя, скажешь. Блин! Стёпа! Чё ты делаешь? Да блин, я не знал, куда давать, там закрытый болел. Вон, блин, да ты мог держать, лучше. Только подальше вынести. Вот и все. Пиздец. Так, я вам об этом и говорил. Остаются считанные минуты до финального свистка. Давайте посмотрим еще один. Посмотрим с другой камеры. Как говорится, дрались, пока не сравнили. Да, старое, доброе, как сказано, ничья самая. Погнали, контратаку. Ну, блядь. Один стоял, вообще один. Блядь, пиздец. Один стоял, блин.
Да. Отстойный матч вообще. Мне вообще не нравится. Должны были их рвать просто. Так, ладно, я спать. Хорош на сегодня. Давай, пока всем. Давай, пока. Ищет ни одного отбора, зато всем пошел.